В Беларуси официально завершается учебный год. Последний звонок для выпускников прозвенел еще в субботу. 1 июня абитуриентов ждут экзамены. Тем временем заезды в летние лагеря тоже начнутся завтра. Всего за 3 месяца в стране планируется оздоровить более 342 тысяч детей. Безопасность на дорогах в преддверии летних каникул под пристальным вниманием ГАИ. Инспекторы следят за соблюдением водителями скоростного режима и напоминают о правилах дорожного движения пешеходам. Основные причины ДТП – переход дороги в неположенном месте и нарушение правил управления велосипедом. Белавия запустила регулярные рейсы в Уфу. Это уже 3-й российский город, в который начала летать белорусская авиакомпания в этом месяце. Полеты по маршруту Минск-Уфа-Минск будут выполняться 1 раз в неделю, по понедельникам. В одну сторону дорога займет 2 часа 45 минут. В Бобруйске появится новый маршрут автобуса. 23-й на протяжении месяца будет ходить в тестовом режиме, только в рабочие дни. Общественный транспорт проследует от Дзержинского до проспекта Георгиевского. Сделает остановки также на Советской, Интернациональной, Октябрьской, Гоголя, Крылова, Ленина и Пушкина. Подробное расписание на сайте BoberLife. БРСМ приглашает молодежь принять участие в конкурсе «Селфи-фото с вышиванкой». В 6-м сезоне он аккумулирует 7 основных номинаций. Творческие заявки можно отправлять до 23 июня включительно. Все победители будут отмечены ценными подарками. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зайти в любую официальную группу БРСМ в соцсетях и зарегистрировать свою заявку через QR-код. Старт 1 июня.